Так, КВ-44 больше не будет. В смысле не будет? Убили его или что? Я не знаю, это же трындец вообще какой-то будет. Как может не быть КВ-44? Это один из самых главных персонажей. Поехали. Привет! Поехали! Геран говорил, что эта серия должна быть одной из самых красивых на канале, я читала в сообществе. Да? Угу. Нет. Чертеж. Спалили чертеж. Там, короче, чувак такой прыгнул. Обыскать. Пожертвовал собой. Господин, двое танков сбежали в лес. Найти их. Да, ты не смотрел эту серию. Это там потом, я тебе говорил, что хуманизацию рисовали. Ты у чувака, который в поезде лежал там. Поезд, короче, подбили. Так, завод. Погрузчик. Грузит кубики. Какие-то посылки. Ящики с чем-то важным. Видимо, не очень важным, да. Он кинул. Ага. Это забастовка, это какой-то бунт. Мы не будем работать в таких условиях. Не будем. Давайте, мужики, поддержите. О, молодой инженер в цех. Да. Смерть царям. Революция. Да здравствует. Снова. Снова поднимать зарплаты. Эй, эй, пошел оттуда, пошел. Эй, вон. Ну, куда пошел? Так. Такой, знаешь, начальник. Даже дыма сзади. Угу. Так. Бронепоезд должен был уже приехать. Бронепоезд подбит. Строить КВ-44. Они хотели еще один построить? Да. Второго КВ-44 не будет. Вся экспедиция бронепоезда погибла. Не доехала. Второго КВ-44 не будет. И сюда теперь едет Левиафан. Ну, подожди. Подожди. Первый же, они же знают, он же думает, что умер. А он, получается, попал в ад Майнкрафта. А-а-а. Поэтому как бы его сейчас вообще нету. Его же не считают. Что делать? Надо бежать отсюда. Надо. Вокруг и полно его танков. Местность прочесывают самолеты. Мы далеко не уедем. Мы что делать? Укрепляется. Сражаться. Но как? Мы не солдаты. А тем более он. Мы просто инженерные танки. У них даже пушек нету. У нас ни одного снаряда нет. Да, мы не солдаты. Мы просто рабочий народ. Однако то, что мы простые инженеры, не означает, что мы не будем бороться за Советский Союз. Такая патриотичная серия. Мне прям на мурашки проняло. Но как? Здесь мы сильны. У нас полно опасных инструментов. Будем драться всем, что найдем. Всем, что найдем. Блин, ну у них же снаряды. Кто? Лучше нас не знает этого завода. Мы будем сражаться. Будем сражаться. И не будем строить КВ-44 для Левиафана. Так ли КВ могут построить его прислужники? Левиафана разве нет? Да. Блин, а знаешь, что я ждала, честно говоря, такого поворота? Вот он говорит, мы будем сражаться, мы будем сражаться. И тут бам, ему в голову прилетает снаряд. И типа вышло сразу сражение. Да, я думала. Не-не-не, прилетает снаряд, бам. Бежим! Да, я не знаю, он просто так классно говорил. Мне было прям страшно, что сейчас реально что-то обломится. Я, наверное, просто привыкла всяким, знаешь, типа как с «Игры престолов». И вот последние серии мультиков про танки тоже были такие неожиданные. Да. Я уже ждала какого-то подвоха. Я уже реально ждала напряженно, что ну все, сейчас ему каюк. Ну, а думаю, нет, сказал. Думаю, фух, пронесло. Да, и все, продолжение следующего. Ну ладно, нормально. Живем до следующей серии. Еще ждем, еще слава богу. Фух. А если вам понравился ролик, поставьте лайк, конечно. И пока. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик!